И вновь на сцене вокальный ансамбль «Ретро». Руководитель Вячеслав Саков. Тысячи смертей, за то, что никогда не забывали о долге перед Родиной своей. Спасибо всем. С праздником, дорогие друзья. Вечером приглашаем вас на нашу площадь. До свидания. Хорошая девушка.
Ты мне вот черта не твори. Вы отсюда. А мамка денег? На рост? Папа тут сам? Я тоже елки дал. Нет, классно. А что нам сделать? Идёшь, сюда просто идти. Да, запятную. Ой-ой-ой, раз. Жить хочется. Мы уже, так сказать, вышли из того возраста. Праздник сегодня. А как сегодня был праздник? Хороший? Ну, как всегда. Пели? Нормально? Добро было, более-менее. Как обычно, мне так добро. Если ты вот будешь коллекционировать, если ты праздник, городов, все, свою коллекцию, а потом ты создашь себе какой-нибудь потом такой, я, ну, вот каталог видео. Да. И потом загонишь его, опубликуешь, и он получится бестселлером. Я думаю, денег заработаешь. Ну, так что успехов тебе. Давай. Другой нету. Другой нету, да. А так это что? О, швейцарские штаты у нас сюда. Так, спички право, не право, все равно. Считай. Электроника видна это. Ну, видите, перестань. Меня нет. Самое интересное, мы снимаем на чердаке. Да. Танцевать не надо. Можно. Ну, ну, что убегаете? Ну, я понимаю, были били кривые. Ну, хорошо идете. Это куда? Молодая семья. Куда это? Молодая семья. История. Гордо. Дядя, здравствуй! Праздник у тебя! Да? Буквально торта. Сколько у тебя девочек, а? Да. Да, один девочки, я. Восемь девочек, девочек, один я. Спасибо. Ювелир наш папа. Один. Тихо, я же снимаю. Я тебе говорю, ну. И вас также. Спасибо. Родственнички. Уже я с капустой. Что-то мороженое делать. Мороженое, как мороженое, но вроде как торчит. Аккуратно. Обережно. Ну. Ясно. Скажи, что в камеру. Да нет. Что ты думаешь? Скажи, что плохое слово какое-нибудь. Даже можно мать. Что я хорошего знаю? Совсем ничего хорошего. Ну что? Ну что? Уже пасты давно уехали. Ага.
Не спешите, а то я упаду. Пожалуйста, меня в камеру. Нет, только нас. Сегодня только мы. А что потом будете делать? Рассматривать нас? И в автомат. Да? Зачем? Очень красивые. Нам далеко идти. Да, наверное, пленка нету. Добрый день. Надежный покупатель, надо объяснять. Это очень налоговый. Не понял, ты серьезно или хочешь? Шутит, он же не пьет. Кому-нибудь. Привет, брату. Ты меня уважаешь, да?